Старые очистные сооружения в Перхушково ввели в эксплуатацию в 2007 году. С тех пор территория изменилась. Был построен большой жилой комплекс, и мощности старого коммунального объекта уже не хватало. Приняли решение его реконструировать. Работы провели в рамках инвестконтракта. Была мощность до 1000 кубов, сейчас до 4000 кубов. Построили и реконструировали фактически новый объект, который позволит перерабатывать сочные воды. Перемены к лучшему почувствуют не только жители нового ЖК «Равновесие», но и села Перхушково, деревень Крюково и Юдино. На первом этаже новых очистных сооружений, помещения для технического обслуживания. На втором – административно-бытовой комплекс. Основная часть объекта находится на улице. На полную мощность пропускает даже одна решетка-пусколовка. Вот. На каждой линии запас порядка 20%. Новые очистные сооружения ведут в эксплуатацию в четвертом квартале этого года. Подготовка к отопительному сезону в Одинцовском округе подходит к концу. ЖК «Равновесие» встретит холода с новой газовой котельной. Она оборудована тремя котлами российского производства. Мощность объекта – 20 мегаватт. Один котел работает на дизеле. Собственно говоря, в случае чего поддержание температуры, чтобы не разморозить дома и тепловые сети. Дизель – это резервное топливо. На нем может работать один из котлов. Основное – природный газ. Сейчас котельная находится в режиме пусконаладки. Пока к ней подключены 5 домов. На очереди еще 2 дома и детский сад. Василиса Ивашкина, Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».